друзья, подписчики, ну и зрители. Вы на канале Тайна НЛО. Сегодня мы разберем несколько удивительных фрагментов, которые вас, наверное, шокируют. Но для начала не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Много из вас, наверное, замечали несколько удивительных фрагментов объектов НЛО. Они бывают везде. Но множество событий, которые на самом деле происходят, это неспроста. Есть множество необычных доказательств того, что вы наблюдаете и то, что вы видите. За последнее время, если сравнивать еще 70-е годы и по сейчас время, то мы можем увидеть много интересных моментов. Летающие объекты стали часто посещать нашу планету. И заметьте, эти необычные объекты стали даже приземляться на военные базы, которые располагаются по всему миру. Но мы замечаем то, что есть и те моменты, которые тяжело даже доказать. Например, как объекты НЛО нападают на военный флот, забирают самолеты, истребители и даже дроны. Но вот очень интересный момент. Почему, если даже это все происходит, власти не хотят ничего менять и даже решать? Есть множество интересных моментов, которые нам присылали зрители. Но за последнее время стали происходить очень интересные события о том, что в последнее время даже ВВС США и ВВС Британии начинают потихоньку сбивать объектов НЛО, считая их другими странами. Но мы знаем, что сейчас за последнее время наука уходит вперед, и технологии, которые развиваются как ракета, начинают развиваться быстро. И за последнее время можно узнать о том, что даже если это не НЛО, то кто-то создал этот объект. Но за последнее время пилоты ВВС разных стран начинают замечать очень интересную и необычную траекторию событий, что НЛО не могут быть на радаре, а некоторые могут. И за последнее время начали происходить уникальные события. То, что вы, друзья, видите в горах, это необычные объекты, которые скрывают самую огромную тайну. Но вот самый интересный момент, который происходит за последнее время. Летающие объекты, которые находятся на горах Кавказа, там базируется военная база. И вот один очень интересный момент, который нам удалось раскрыть. Когда мы были на одном очень интересном путешествии, мы были на Кавказе, на Северном Кавказе. И заметили, что там происходят уникальные события, особенно когда происходят ураганы и штормы. И вот один момент, который нас удивил. Недалеко от этого места, где мы находились, располагалась военная база еще советских времен. Но там, как утверждают, не функционировало ничего. Там есть, оказывается, еще и бункер, который называется Улей. И вот нам удалось туда пробраться именно в тот момент. База закрыта была, да, но на самом деле, если ночью вы захотите туда попасться, то вы увидите много инфракрасных излучений. Это говорится о том, что это ночная съемка. Но самое интересное то, что никого вы из людей не увидите. Оказывается, что эта военная база функционирует и функционировала. Но все, что происходило, все под землей. Что самое интересное, эта военная база ни на картах, нигде нету. Но суть в том, что мы, когда находились в тот день, мы находились на холме и все это видели. Но самый интересный момент то, что когда уже был полный момент, мы заметили, что необычные летающие объекты начали приземляться на эту военную базу. Разного типа, то зеленого, то красного, то синего. Что самое интересное было в первую очередь для нас, это то, что за последнее время никто из местных жителей, из других туристических моментов жителей не видели эту необычную картину, даже не ходили. Оказывается, что даже местные слышали про эту военную базу, но никогда туда не ходили. Дороги все завалены, раскопаны и так далее. Но интересно то, что эти объекты просто приземлились на старую вертолетную площадку. Ну, вы понимаете, сколько там масштаб может только поместиться. Ну, вот и самый интересный момент. Мы видим, что эти летающие объекты просто, как они приземлились.
Они сперва сверкали очень интересными вспышными яркими огнями. Потом мы видим, как будто один из этих объектов начал приземляться очень быстро и начал замедляться со скоростью. И он завис над этой площадкой. Дальше в темноте ни черта, ничего видно не было. Но этот объект не один был, который приземлился, а их было 4 или 5. После этого они где-то минут 15-20 повисели, где-то метр от этой площадки, и потом резко улетели вверх. Я видел несколько удивительных роликов в зоне 51, черные объекты НЛО, но именно то, что мы заметили, это было очень странно и очень страшно даже думать. Если вы, конечно, можете думать, что это иначе, то вы ошибаетесь, потому что за последнее время эти необычные объекты по всему миру. Может, это и правда, как утверждают, секретные вооружения, технологии или что-то еще. Но на самом деле, друзья, все это происходит неспроста. Есть моменты, которые нас пугают, но то, что вы видите и то, что мы вам показываем, подумайте сами, а может, это чья-то секретная разработка технологий или вооружений, потому что множество наших зрителей, подписчиков замечают очень много чего интересного. А то, что вы сейчас видите, это не первый и не последний момент, который будет происходить. Да, в горах все скрывается, но зачем это, друзья, нужно? Кто создает? Неизвестно. Я думаю, то, что вы узнаете скоро в нашем канале, вы увидите скоро первым. Поэтому множество наших интересных событий, которые я показываю, рассказываю и доказываю, я думаю, вам будет очень интересно знать, что здесь происходит. Потому что по всему миру эти необычные летающие объекты уже находятся в таком интересном позиционном месте, что я думаю, что скоро здесь что-то изменится. Ну а если вам было неинтересно, я уверен, что интересно, то можете подписаться, потому что дальше будет все больше и больше информации и интересных раскрытых тайн.